Квартира как откуп. Ужгородские активисты обвиняют чиновников мэрии в том, что те выделили областной прокуратуре жилплощадь в обмен на закрытие нескольких уголовных дел, в которых фигурируют сотрудники горсовета. Марина Коваль расскажет подробнее. Квартира, о которой идет речь, находится в доме в историческом центре Ужгорода. Когда-то в ней жил одинокий старик. После его смерти жилье перешло в коммунальную собственность города. Ее рыночная стоимость около 30 тысяч долларов. И вот выясняется, что в прошлую пятницу горисполком решил передать квартиру сотруднику областной прокуратуры. Невиданная щедрость за последние лет 7 от городских властей для прокуроров, говорит депутат горсовета Виктор Щедей. Сам проект з'явився всього за 2 дні до засідання виконкому, хоча закон вимагає 20 днів. Тобто робилося все дуже швидко. Це вже схоже більше на такий квартирний хабар, тому що є певний конфлікт інтересів. Є департамент міського господарства, який ходить під криміналом, і ці справи в прокуратурі, і вони нікуди не рухаються. И этот же структурный подраздел передает квартиру прокуратуре. Квартиру передали молодому следователю Закарпатской областной прокуратуры. Иван Тачок сегодня в командировке в Киеве. Пресс-секретарь говорит, следователь живет с семьей в общежитии в ЧОПе. Ему каждый день приходится ездить на работу за 30 километров в Ужгород. Справді потребував житла. Це житло, яке надано Ужгородською міською радою, це є службовим житлом. Тобто воно не приватизовано і воно на даний час слідчому не належить. Це жодним чином не вплине на розслідування будь-яких кримінальних проваджень, які стосуються Ужгородської міської ради і зловживань в Ужгородській міській раді. В Ужгородской мэрии уже ответили на обвинение в том, что выделение квартиры – это своего рода взятка представителям прокуратуры. В письме заверили, что квартиру под служебное жилье выделили по просьбе областного прокурора. Он же и решал, кого из сотрудников туда заселить. А сама жилплощадь остается в коммунальной собственности. Вот только активисты заявляют, поверить в то, что квартира в центре Ужгорода – это не откуп за закрытие уголовных производств против сотрудников мэрии. Только если следствие по ним ускорится, будет доведено до суда, а подозреваемые привлечены к ответственности. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород.